Всем привет! Смотрите, какую я вам сказку покажу с Нежным. Приехали в Леруа посмотреть генераторы, сколько стоят. В общем, 12 тысяч стоит генератор, который бы потянул там и котел, и телевизор, и в случае чего и кондишку летом. Решили, а ну его, посидим без света полдня. Зато смотрите, какая тут красота, да? Снежная сказка такая. Слушайте, я тут не одна такая снимающая красоту. Очень красиво. Вообще просто обалденно красиво. Да? Снег. И вот такая красота. Нравится мне, что тут вот стараются, хоть снега не было, да, но вот даже не было снега, и вот такая иллюминация новогодняя стараются создать людям везде. Зимнее новогоднее настроение, а снег выпал, так это вообще как сказка. Очень красиво. Очень-при-очень. Такая погода чудесная. Снег и мороз очистили воздух, так дышать приятно. Очень-очень-очень-очень красиво. Нет, на этот раз ты меня потеряла. Я вон вообще аж в магазине остался. В Леруа не было практически никого. Еще такие все сугробы. Не знаю, оп, лава стоит, ждет. Такая красота. Блин, вообще не хочется уходить отсюда. Легкий морозец и сказка.